Всем привет! Вы на канале Черное море каждый день, и это первый блог о погоде в Сочи. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Я каждый день хожу на море и снимаю погоду для вас. И сегодня у нас 19 августа. Отличная погода на море. Температура воздуха где-то 29 градусов. Температура воды 24-25 градусов тепла. В общем, люди купаются, загорают. Народу, кстати, не так много, потому что время обед. Это уже 2 часа дня. Море спокойное, водичка прозрачная. С моря дует легкий ветерок. И я рекомендую, даже приглашаю вас искупаться вместе со мной. В общем, обязательно подписывайтесь на мой канал. Заглядывайте в мой инстаграм. На него тоже подписывайтесь. Ссылка в описании к этому видеоролику. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. И просто приезжайте в Сочи отдыхать, купаться, загорать. Всем пока!